бросаем поводочки. Вы должны видеть собаку весь маршрут. Мы сейчас тренируем не обход собаки, а слепую зону сзади вас, чтобы собака там никого, значит, не побежала атаковать, знакомиться. Четыре кобеля, у каждого своя форма неподчинения. Пройдемся по базовым командам. Раз мы такие взвинченные все, возбужденные. Вы должны видеть, если какая-то появится срочная проблема, вы ее должны увидеть быстро, а не разворачиваться, конечно. Да, мы, владельцы крупных кусачих собак, должны, так сказать, на 360. Ага, приучить успели к наморднику. Здравствуйте. Хорошо, хорошо, ну давайте посмотрим. Угу. Проходите. Теперь-то я в наморднике, это же совсем другое. Давайте на дальнюю правую, заходите, пожалуйста. Не смотрите на него, просто идите. Он пойдет, когда вы пойдете. Да, 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 да. Чем меньше вы, да, поддаетесь его панике, тем быстрее он успокоится. Рейф, какая же у вас классная вот эта вот французская коса. Это же просто. Вам надо патентовать вот эту фиксацию на глазах. Обычно этот хвост всегда вываливается. Так, вот как здесь, да, фонтанчик у нас. Не трогайте его, не фиксируйте ему морду, отпустите. Да, вот так. Покажите еще разочек, пожалуйста, я отвлеклась. Шаги. Прошу, да. Шаги. Чем больше вы закрываете, тем больше он стремится смотреть. Поэтому лучше дайте ему всю картинку, весь обзор. Хорошо, видела, да. Ну, давайте. Шелдон, плохо. Что, куртку-то зашили, да? А, ух ты, как интересно. Сидеть. Да, теперь с аппликациями. Хорошо, ладно. Сидеть. Обход конуса, возврат на тумбу. Тумбу придерживать, начинаем движение группой. Пожалуйста. Собачки крупные, будьте внимательны, аккуратненько. Никаких хождений лучше вначале не допускать. Да. Кто-то тут среди вас не любит... Не любит, кусает хозяев, кто-то других людей, кто-то собачек может. Фу. Плохо. Обойди. Обойди. Так, Рей, хорошо. Шиги. Шиги не увидел конуса. Так, мы пока с вами настраиваемся. Хорошо, ладно. Ладно, более-менее, ладно. Обход с левой стороны конуса, возврат к своей тумбе и на нее. Пожалуйста, делаем. Пошли, пошли, пошли. Давайте. Обойди. Обойди. Угу. Три. Угу. Почти три, да? Поняла. Плохо. Так. Тяжело что-то нам, да? Вначале Лёка хорошо, кстати. Да. Шелдон. Ладно, давайте так, переходим на следующую тумбу у ноги. Команда рядышком, мы на следующую тумбу по часовой идем. На следующую тумбу давайте-ка запахи мы обменяемся запахами. Тумба. Шейки, тумба. Давай, давай, давай. Да. Хорошо, здесь нормально. Давайте, давайте так. Обход с любимой стороны конуса и возврат на тумбу. Делаем обход с любимой стороны. Какая у вас там любимая? Давайте. Молодец. Так, Рейф, Лёка, очень хорошо. Шеги. 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 Пошли. Вперед. Тумб. Обойди. Обойди. Да. Очень хорошо, что вы забежали, завязали, и видно глаза. Глаза – это, да, ваш контроль. Хорошо, когда все-таки какой-то, да, фиксатор есть. Да, ну хорошо, да. Еще один переход по часовой стрелке на следующую тумбу. Пожалуйста, начинаем движение. По часовой, команда рядом, или у ноги, или какая-то еще удобная для вас команда. Идем рядом. Да, рядом, да. Как только есть возможность, ослабляйте поводочек, не нагнетайте. С шеги. Лёка, хорошо. Рейф, не надо туда смотреть. Да, на себя, на себя. Хорошо, есть.
Шелдон есть. Хорошо. Снова обход со смены направления конуса. Давайте в любую сторону со смены направления. Делаем обойди. Молодец, Лёха. Говорит, кто у нас тут? Да, я самый тяжелый, наверное. Даже не, наверное, точно. Хорошо. Ладно, ну, походили, нормально. Команда сидеть, пожалуйста. Отходим к голубым конусам. Видите, синие конусы. Отходим к ним. Собаку оставили на тумбе, пожалуйста. Вот, да. Хорошо. Так, подзыв к себе, возврат на тумбу делаем. Подзыв. Шаги ко мне. Возврат на тумбу, давайте. Лёка, первое выполнение. Шеги, молодцы, хорошо. Отходим конусом, как похвалите. Так, вижу рейв. Так, хорошо. Команда стоять на тумбе, от конусов работаем, от синеньких, вот этих голубых, пожалуйста. Лёка, очень круто, и рейв, большие собачки на маленьких тумбах стараются. Это сложно, да, для вас, как собак? Так, а там, где легко, те почему-то не очень хотят, да? Стоять. Молодцы. Рейв, Лёка, отлично, сидеть. Так, Шеги не увидела? А, вот, да, выжлу вижу. Хорошо, сидеть. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, подзыв к себе, к ноге сидеть. У ноги подзыв к себе, тут метр максимум. К себе, не надо никуда ходить, к себе. Хорошо. Вот вы стоите у конуса, будьте добры, у конуса синенький. Можно вот туда чуть-чуть двиньтесь? Да, тогда дистанция будет правильная, спасибо. Команда лежать, пожалуйста. У конуса. Конусы не абы как поставлены, а совершенно в конкретном месте. Хорошо. Значит, очень-очень важно, как собака рядом с вами ложится. Вот как сейчас Берн лежит правильно, рейв как лежит правильно, а вас нет, потому что у вас собака побежит туда и создаст вам неприятности. Вот. Вы сбоку, собака рядом у ноги. Ну, там тоже, да, не очень правильно, но там хотя бы, да, агрессии нет, кроме хозяина никому, так что там еще не критично. От конуса, считайте, что я вас тут прилепила, привязала, зафиксировала. Давай, поднимайся, сиди. Да, хорошо. Так, команда сидеть на тумбе. Бросаем поводочки. Этот поводочек мне дайте, петельку дайте мне. Петельку, да, самую петельку. Ему сидеть на тумбе. Сидеть! Это ты. Хорошо, что я тебя увидел, да. Хорошо, все. Обходим, бросаем поводочки, обходим конусы, 4 конуса и возвращаемся. Нет. Вас назад. Верните Шеги-то назад. Шеги, тумба. Да. Хорошо. Можно начинать от рейва и от Лёки идти, дальше как получится остальные. Попробуйте пройти 4 конуса, идите. Я подстрахую собачку, а вы идите. Да. Шелдон залижет насмерть. Так что осторожно. Чужих он любит. Так, ну, Шеги закономерно, ничего страшного. В общем-то, очень неплохо. Лёка, рейв отлично, держите петельку. Да, есть выжившие, как приятно. Хорошо, теперь, значит, следующее задание будет, работаем от конуса снова, обход вас. Вот обратите внимание, группа перед вами была, утречка, и у нас был сильный конфликт, потому что слепая зона оказалась слишком слепой сзади вас. Поэтому, когда у вас собака обходит, вы должны ее смотреть, видеть сзади, видеть, да? Вы поворачиваетесь, если у вас там что-то зажимы в шейном отделе, разворачиваетесь и смотрите так, не вопрос. Но вы должны видеть собаку весь маршрут. Мы сейчас тренируем не обход собаки, а слепую зону сзади вас, чтобы собака там никого, значит, не побежала атаковать, знакомиться или что-то еще. Итак, обход себя, возврат на тумбу. Пожалуйста, делаем. Пожалуйста, себя. Можете вращаться вокруг себя, ради бога. Да. Рейф, Лёка. Отлично.
Вперед, Тумба. Да. Шелдон. Норм. Да, Шеги есть. Хорошо. Хорошо. От конуса работаем. Стремимся стоять там. Обход с другой стороны себя, пожалуйста. Возврат на тумбу. Пожалуйста. Идем с другой стороны. Любка. Тумба. Да, очень хорошо. Обращаю ваше внимание, что упражнение не на обход, а на слепую зону сзади. И там не должно быть никаких вольностей, уходов. Да, и несанкционированных взаимодействий. Шелдон замыкающий. Выжила самая медленная собака. Поэтому ей нужно дополнительное время. Да. Хорошо, пазы к себе. К себе. Подозвали. И посадка у конуса. Голубой-синий конус. Пожалуйста, посадка. Лицом к себе, а вы будете у тумбы. Поэтому разверните, пожалуйста, собачку. Разверните. Собака у конуса сидит, вы у тумбы стоите. Пожалуйста. К тумбе. Шелдон. Конусу собаку. Сами к тумбе. Идите, пожалуйста. Да, да. Рейф отлично. Шеги. Хорошо, молодцы. Нет, уставший. Да, Лёка. Нет, сидеть. Рейф идеальное расположение. Лицом к себе, спиной к собакам. Да, демонстрация доверия. Очень хорошо. Где-то откуда еще неизвестно подует ветер. Хорошо, ладно. Лежать, пожалуйста. Нет, не, нет, по вашей команде, поэтому Шеги снова сидеть и потом лежать. Да. Да, да, да. Вот так будет правильно. Очень хорошо. В дырочку просовывать ему там, да? Нормально? Отлично. Так, ну давайте, Шелдон. Вы и русская борзая, самой медленной собаки. Нет, нет, лежать. И вимаранер еще, лежать, наверное, туда же. Лежать. Так, лежать. Лежать. А что, можно подстрочник пустить? Шутка там, а для некоторых особенно, да? Ладно. Стоять, пожалуйста. Вставай. Стоять у конуса. Рейва очень хорошо подвинули. Да, только подвинули голосом, жестом пожелательно, Шеги. Угу. Шелдон, разворачивайте к себе, нечего вам там рассматривать. Да, четыре кобеля, у каждого своя форма неподчинения. Хорошо, сидеть, пожалуйста. Сидеть. Вы от тумбы работаете, собачки у конуса. Да, да, да. Хорошо. Сидеть. Ай, хорошо, да, молодцы. Лежать. Пройдемся по базовым командам. Раз мы такие взвинченные все, возбужденные, заинтересованные. Да, подъем тумбы, хорошо, молодцы. Давайте на тумбу. Залезаем. Хорошо. Находясь рядом с собакой, спускаем собаку вниз с тумбы и делаем лапы. Без натяжения поводка, все как вы знаете, умеете. Пожалуйста, лапы. Делаем лапы. 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 Тише, тише, не надо кричать. Да, когда собака не сосредоточена, вот бывает, да, залезает целиком. Рейф, Лёка, Шелдон, отлично. Шеги. Держаться, держаться, да, хорошо. Не удерживайте поводок, иначе это не команда лапы, а команда «я тебя туда не пущу». Да, хорошо. Теперь послушайте, пожалуйста. Обход конуса и снова на лапы, хорошо? Обход конуса и на лапы. Делаем. Лёка немножечко отвлекся, так сказать, даже соблазнился в какой-то степени. Рейв четко, очень молодцы. Шеги с нами. Шелдон, давайте. На лапах стоим. Хорошо. Так, плохо. Так, переходим на следующую тумбу в команде рядом у ноги и снова встаем на лапы, хорошо? Пожалуйста, по часовой, я вас не путаю. Все время идем по часовой. Команда рядышком, давайте, рядом у ноги, хорошо. Натяжение на поводок стараться... Не давать. Да. Очень хорошо. Смотрите, не попался Лёка и Шеги. Рейв попался. Шелдон, хорошо. Да, молодец. Да, да, хорошо. Обход конуса
на лапы возвращаемся. Пожалуйста, делаем. Спасибо, что начинаете по общей команде. Это важно. По общей команде. Да, да, да. Идем, идем, идем. И лапы. Ну, кто попался? Кто? Давайте смотреть. Лёка, чисто. Шеги, молодцы. Рейв. Сейчас. Да, хорошо. Никто не попался. Так. Переходим, пожалуйста, в команде рядом на следующую тумбу и посадка. Давайте переходим по часовой, туда же идем, прошу, туда. Да, замечательно. Обход конуса с любой стороны, посадка на тумбу. Делаем, пожалуйста, обход конуса. Шеги, Лёка, рейв чисто. Хорошо. Шелдон подождал, пропустил всех. Да, хорошо. Так, сделаем парой восьмерку. Значит, между двух этих конусов Лёка работает. Вы встаете сюда, делаем восьмерочку, хорошо? Вот, а здесь будет выжила работать. Шелдон, пожалуйста, вы между этих двух конусов. Начинаем. Давайте 2-3 восьмерочки, одна идеальная, скажем так. Первая идеальная восьмерка. Как видите, все, останавливаемся. Идем, идем, не обращайте внимания, ни на кого не обращайте. Прям, да, мы с вами боржа, мы же не останавливаемся. Давай, да. Весело, весело. Еще Шелдон, пожалуйста. Мы не получили, да, полной картинки. Идеальные восьмерки, пожалуйста. Да, с Лёкой получили, спасибо, все честно, да. Шелдон, давайте доворачивайте вот эту половину, да, восьмерки. Все, на тумбу, спасибо. На дальней восьмерке Шеги, пожалуйста, на ближний рейв. Работаем. Если у вас черный терьер, вы как должны встать? Как вы считаете? Если у вас там партнер сзади. Да, да, да. Вы должны его видеть. А вы, соответственно, должны видеть его, да. Нет, вы должны быть в серединочке. Восемь же идем. Восемь. Делаем восьмерки. Вы должны встать в серединке. Вот между двумя конусами. Вот здесь, пожалуйста. Ладно? И лицом тоже в ту сторону. Вы должны видеть, если какая-то появится срочная проблема, вы ее должны увидеть быстро, а не разворачиваться, конечно. Да, мы, владельцы крупных кусачих собак, должны, так сказать, на 360. Обходит одна собака, три работают выдержку и игнорирование постороннего. Четыре конуса обходим, четыре. Рейв первый, пожалуйста. А я посерединке или здесь? А вы у первого конуса ближнего. Давайте. А если не сможете, то и посерединке. Все зависит от того, куда вас понесет собака. Да, 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 идем, идем. Дальше, дальше. Красивым, умным быть не обязательно, да. Можно и так как-нибудь. И домой, и свободен. Плохо пока. Шелдон, пожалуйста, попробуйте, а вы точно в серединочку? Угу. Дальше, дальше, да, 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 да. Говорит, ничего себе, какие выжлы бывают пушистые. Три собаки, все такие обросшие. И для него прям экзотика. Ну, Лёка, покажите класс, давайте. Вы можете и от конуса работать, вам в середину не нужно, у вас выше класс управления. Лёка, обойти все. Лёка, обход. Лёка, быстрее. Рей, хорошо. Лёка, нет. Шире. Или обойди все. Все. Давай. Шире. Так, себе на тумбу. Сейчас будем переделать, вы можете лучше. Шеги, давайте в серединочку вставайте. Давайте четыре конуса обойдем. Вот вы точно в серединочку, и вам пока не надо в другое место. Давайте. Обойди, да, да, да. Обойди. Слушайте, ну сегодня получше, да. Даже хвостом кому-то там подвилял. Говорит, моя копия только гладкошерстная, да. Хорошо. Обойди. А,
Хорошо, на тумбу, пожалуйста. Когда вы запрещаете голос пониже, когда крик начинается, паника. Паника, это, ну, надо атаковать. Не запустите сами свою собачку. Так, Рейф, обход с другой стороны. Давайте. От первого ближнего конуса работаем. От первого ближнего. Вот это, да-да-да, ваш. Правильно, начинаем движение. Обойди. Нет. Задние лапы упали, поднять обратно. У Шеги, я имею в виду. Рейф, это что такое? Обойди. Обойди. О, хорошо. Вот пока ежик птица хреново, пока не пнешь, не полетит. Шелдон, пожалуйста, давайте. В любую сторону. В любую сторону вам все можно, пожалуйста. Говорит, вот этот симпатичный, да? Обойди. Обойди нельзя. Обойди. Да, да, Шелдон, очень хорошо провели. Лёха, давайте от конуса, пожалуйста. Да, вот отсюда, да. Идите в любую сторону, удобную вам. Обойди все. Лёха, обойди все. Быстрее. Вперед. Хорошо. Ну вот, можете же, когда хотите, да. Шеги, вы в центр, конечно. Пожалуйста, обход. Вы в центр. Шеги, обойди. Обойди, давай. Идем. Обойди. На тумбу, пожалуйста, достаточно. Полный квадрат от вашей точки старта начинается. Хорошо. Так, смотрите, я вам даю мячик, а вы бросите его партнеру с той стороны. И так, пока не вернется ко мне. Хорошо? Кидайте, пожалуйста, туда, только не очень сильно, чтобы хозяева поймали. Да, у нас тут не спорт, да, просто кидаем мягенько. Да, спасибо. Хорошо. Правильно выполнена команда, это не когда хозяин поймал мяч, когда собака не ускакала, да-да-да. Сейчас, подождите, у вас тут прием, да, нарушен немножко. Да. Хорошо, ловите синий мячик, да. Хорошо, и сюда бросайте. Отлично. Да, но есть упавший, в принципе, неплохо. Еще, но теперь мы кидаем в ту сторону и с отскоком, понимаете, да, от земли. Один отскок туда, пожалуйста. Отлично. Дальше. Хорошо. Хорошо. Шелдон, держаться. Рейф, отлично. Спасибо. Очень хорошо. Переходим, всех похвалить. Переходим на следующую тумбу по часовой. Прекрасно. Переходим, пожалуйста, Шеги. Тумба. Замечательно. Так, теперь смотрите, сейчас вы отойдете к синим конусам и будете внутри условного вот этого квадрата перемещаться по часовой стрелке. От этого конуса к этому, а собака ваша отсюда перейдет сюда, а вы будете смещаться внутри. К собакам постараться, ну, по возможности не подходить, хорошо? Конусом отходите, пожалуйста, конусом отходите. Да, да. Хорошо, итак, по часовой туда же идем, хорошо? Вниз и на следующую тумбу вверх. Работаем. Вниз, все вниз и все вверх, да. Переход. Люк. Переход. Тумба вверх. Сидеть. Рейф, первое выполнение, отлично. Лёка, Шелдон, молодцы. Да ладно, Шеги, хорошо, молодцы, да. Да, молодцы, хорошо. И здесь же спускаемся вниз, лапы на тумбу. Лапы, пожалуйста, делаем. Разворот. Тумба, лапы. Шелдон, отлично. Первый, Рейф, Лёка. Молодец, Лёка. Да. Шеги, лапы. Очень круто, что пытаетесь с дистанцией Шеги работать. Очень круто, молодцы. Не получается, сократите, но да, нужно стремиться. Шелдон, нет. Рейф, Лёка, отлично. Да, ждать.
Хорошо, переход на следующую тумбу по часовой и посадка, а вы по конусам перемещайтесь. Пожалуйста, следующая тумба туда по часовой. Пожалуйста, идем вниз, шейги вниз, шейги, да. Очень хорошо, когда вы внутри квадрата из конусов, прекрасно. Несложная, небольшая дистанция. Шелдон, первое выполнение, отлично. Рейв есть, уже сам забирается, молодец. Лёка, красавчик. Да, молодец. Шеги, ждем, ищем тумбу. Давайте. Да. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, спускаемся вниз, лапы делаем. На этой тумбе лапы, пожалуйста, лапы. Шелдон, лапы. Лапы, Шелдон. Рейв, отлично. Первое выполнение. Не попался, не залез. Сделал четко, ровно, без натяжения поводка. Красавчик. Можно подойти похвалить. Тем более, что вы единственные. Да, Лёка второй. Хорошо. Молодцы. Два. Исполнение есть. Не подвешивать, не держать, сами. Переход на следующую тумбу, посадка, а вы внутри квадрата. Пожалуйста, вниз. Вниз, пожалуйста. Хорошо, наверх. Да, да. Тумба. Молодец. Можно нам как-то отдышаться, может, не знаю, отойти? Он снимает не потому, что он не дышит, а потому, что он хочет, чтобы вы его сняли. Ему некомфортно, да, это понятно. Тумба. Поэтому, к сожалению, нельзя. Намордник нормальный и дышит он нормально. Вы очень хорошо и правильно подобрали намордник. У него нет ограничений по дыханию, поэтому я не вижу смысла пока снимать. Так, хорошо. Хорошо, команда сидеть, подзыв себе, собак, подзыв, хорошо, посадка у конуса снова, у конуса сидеть, отходим к тумбам, пожалуйста, отходим к тумбам, да, развернув собаку, да, или боком, или лицом, и лицом, конечно, круче, идеальней, Лёка, отлично, Рейв, Шелдон, умнички, сейчас, да, ну или так, да, да. Сидим, сидим у конуса, наслаждаемся обществом. Какие все красивые, ухоженные, подстриженные, помытые, протертые. Сидим, сидим, дышим, нет, продолжаем. Хорошо, лежать, пожалуйста. Шеги, Лёка, да. Рейв, молодцы. Шелдон, к себе, направляйте его на себя. Да, хорошо. Пожалуйста, стоять. О, как круто, Рейв на месте, Лёка, отлично. У вас подползание, следите, двигайте назад собаку, а то он вас сейчас на газон выпихнет. И Шелдон тоже на газон сейчас вас собака выпихнет. Двигайте сами их, да. Вот как Лёка и Рейв, отлично, да. Есть шеги, спасибо, да, молодцы. Стоим. Назад. Нет, посадка на тумбу годится. Хорошо. Посадка на тумбу, да. Хорошо. Так, почему у меня один конус слюнявый? Это кто нас так наслюнявил? На самом деле я знаю правильный ответ, так что не надо наговаривать на собаку, грех это. Да. По часовой стрелке ваш крестовой барьер. Прыг туда, через него, прыг обратно, на свою тумбу возвращаемся. Работаем. По часовой ваш. Вы туда. Прыгай. Молодец. Так, особо предприимчивых вернуть и прыгнуть. Да, вот так. Прыгаем обратно.
Хорошо. Против часовой стрелки ваш барьер. Против часовой. Прыг туда, прыг обратно, пожалуйста. Да, 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 да. Прыгаем. Обратно. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, ну давайте попрыгаем по одному, остальные работают выдержку и не старт. С рейва начнем, вы в центр, собака прыгает в любом направлении, 4 барьера. В гости не заходить. Пожалуйста, вы в центр. Где у нас центр? Как вы считаете, правильно? Да, именно здесь. Спасибо, да. Немножко больше требовательности. Только ваш муж стал дисциплинирован, и я его потеряла, вот на вас обменяла, да. Вот теперь да, да, хорошо. Хорошо. Возвращаемся, хвалим. Давайте шеги с вас, да, в серединочку, или даже можете двигаться. Шеги прыгает. Да, прыгает. Не вы, вы стойте, вы не Шеги, вы Шелдон. Да. Хорошо. Прекрасно, Шелдон, молодцы, выдержка. И Шеги, и Лёка, хорошо. Работают обе собаки, которые прыгают рядом с вами, и та, которая на выдержке. Именно так. Лёка, пожалуйста. Лёка. Иди. Да, в серединочку, спасибо. Барьер, прыг. Да. Лёка, барьер, прыг. Барьер. Лёка, барьер, прыг. Дать, Шелдон, нельзя. Лёка, барьер, нельзя. Прыг. Говорит, ну хоть понюхать, хоть кусочек. Да, очень хорошо. Шелдон, пожалуйста, работаем. Давайте, разгоняйтесь. Барьер. Барьер. Молодец. Шеги. Шелдон, барьер. Лёка, ну, Шеги. Шелдон. Нет. Нельзя. Барьер. Шелдон, барьер. Барьер. Молодец. Нельзя. Нельзя. Барьер. Нет, Шелдон. Вернись. Вернись. Шелдон, барьер. Сюда смотри. Барьер. Широко раскрытыми глазами прыгает. Вернись. Шелдон, барьер. Нет. Нет. Шелдон. Да, коррекция и работа идет не только где прыжки, но там, где тумбы, то же самое. Да, хорошо. Смотрите, собачку оставьте, пожалуйста, на тумбах, а сами отойдите за барьер по часовой стрелке. Вы за барьер, собака на тумбе. Ждать. Ждать. Да. Хорошо. Хорошо. Подзыв к барьеру, пожалуйста. Подзыв к барьеру. Стоп. Тут прям мало места, да, чуть-чуть совсем. Возврат на точку старта, обратно. За барьер постарайтесь не заходить. Тумба. Шелдон, отлично, первое выполнение. Есть рейв, Лёка, хорошо. Нет. Нет, нельзя. Вперед, тумба. Вперед. Вперед. Тумба. Нет. Да, молодец. Да, хорошо. Подзыв к барьеру. Обратно возвращаем собачку к барьеру. Команда сидеть у барьера. К барьеру, да. Отходим дальше. К тумбе по часовой. К тумбе по часовой. Отходим. Назад, сзади вас тумба, ваша, да. Сидеть. Собакам сидеть за барьером. Работаем базовой команды за барьером, когда мимо, между вами и собакой какое-то ограждение. Лежать, пожалуйста. Лежать. Чем меньше поклон, тем лучше. Лёка, есть. Шелдон. Рейв, вижу, да. Нельзя, Шелдон, лежать. Лежать. Шелдон, лежать. Шеги, лежать. Шеги, лежать. Шеги. Да, молодец. Нет. Шеги. Шеги. Лежать. Лежать. Да.
от тумб работаем. Сидеть, пожалуйста, сидеть. Шелдон, отлично. Рейв, сидеть, пожалуйста. Лёка, да. Да. Прыжок тумба ваша, похвалить. Прыжок тумба похвалить, да. Да, хорошо. Да. По часовой стрелке ваш барьер. Прыг туда, прыг обратно, на тумбу вернули. Сделаем. Барьер, прыг. Разворот. Лёка. Барьер, шелдон. Барьер, прыгать. Нет, тумба. Барьер. Две опасные точки в этом упражнении. Разумеется, мы не работаем прыжок через барьер. Мы работаем разворот обратный после вылета за пределы барьера, то есть из зоны вашего комфортного управления. Разворот без поводочка, точнее, без одергивания. И это первая точка опасности. И второй — не уходит на соседнюю тумбу. Собака видит тумбу и пошел по рельсам. Да? Вот эти два момента, на которые вы должны обратить внимание. Не барьер тренируем, а разворот и не уход на тумбу соседа. Хорошо? Еще раз, по часовой. Ваш барьер. Прыг туда, прыг обратно. Делаем. Барьер, прыг. Нет, Лёка. Барьер, прыг. Разворот. Да. Шеги видела классное управление. Хорошо. Рейв. Лёка засуетился. Шелдон, да. Хорошо. Так, снова, пожалуйста, оставили собачек на тумбах. Отходим по часовой за барьер. За барьер. Пожалуйста, за барьер. Да. Да. Хорошо. Сегодня у нас тренировочный квадрат. Это значит, что мы несколько задач выполняем с повтором. Да, то есть, чтобы собака могла настроиться, понять задачу, выполнить ее хорошо и получить ваше угощение и, так сказать, радость от вас. Поэтому сегодня формат квадратуры обеспечивает нам дубляж некоторых упражнений, которые нужны для настройки собаки. Хорошо, пазы к барьеру. Полетели. Да. Хорошо. Обратно, тумба, точка старта, пожалуйста, обратно, место, вернись, назад, тумба. И показать, конечно, желательно. Шеги. Почти, да, почти долетел. Рейв долетел, не почти, и Шелдон очень хорошо. Да. Лёка, красавчик. Сейчас еще пушистик один у нас не добрался. Нет. Да, да, к барьеру, пожалуйста, подзыв. Снова к барьеру, к барьеру. Стоп. Оставили собачек у барьера, отходим обратно назад, к следующей тумбе по часовой. Отходим, команда сидеть. Отходим к следующей тумбе, да, Шелдон, Рейв, Лёка. Шеги. Шеги, 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 сидеть, сидеть, сидеть. Сидеть. Да, да, хорошо. Лежать, пожалуйста. Лежать. Лежать. Лёка. Молодец. Да. Нет, лежать. Да. Три собачки есть? Нет. Стоять, пожалуйста. Те, кто легли, тем можно стоять. Хорошо, красиво. Рейв, Лёка, чисто, Шелдон. Так, здесь пока доделываем, да? Хорошо. Так, теперь команда стоять для Шеги. Да, спасибо, что доделали. Прыгаем по одной собаке. По одной, пожалуйста. Лёка, тумба. Лёка. Барьер. Отлично. Шеги. Шеги ко мне. Это барьер, не ко мне. Барьер все же. Рейв. Потому что в случае ко мне он может и не прыгнуть в барьер, он может и мимо пройти. Пожалуйста, Шелдон, выдержи. Да, да, очень хорошо. Если смотреть в центр, по правую руку ваш барьер. Если смотреть в центр, по правую руку. Прыг туда, прыг обратно, пожалуйста. Правый барьер, если смотреть в центр, ваш. Барьер. Барьер, нет. Разворот. Барьер. Лёка. Барьер. Молодец. Тумба. Довольно чисто. Обязательно смотрите при
повторах в перемещениях в квадратуре, насколько улучшается выполняемость этого конкретного упражнения, да? Насколько прыжки улучшаются, контакт, это очень важно. Хорошо, оставляем собачек, теперь большое полотно, отходим до тумбы. Не до барьера, как я до этого просила, а до тумбы. Идите, пожалуйста, по часовой. Команда ждать, не забудьте сказать собаке, что ей нужно ждать, а вам уйти. Да, да, да. Немного расширим горизонты, побольше сделаем расстояние. Да, тут уже, да, немножко молодые не выдерживают. Сидим, не ноем, сидим. Сидеть! Нет! Нет! Да нет! Подзыв через барьер, прошу. Подзыв через барьер. Подойди, Шелдон. Подойди, барьер. Молодец. Тумба, тумба сзади вас. Похвалить там. Там на тумбе похвалить. Тумба. Хорошо, тихонечко. Низкий голос, агрессия, ради бога. Пожалуйста, включайте в интонацию, но кричать не нужно. Хорошо, еще раз, пожалуйста, по часовой стрелке на дальнюю точку, то есть к собаке дальней туда отходите, пожалуйста. Отходите. Ждать, чтобы. Ждать. Да, идем по одной собаке. Шеги к себе, барьер. Рейв. Рейв, подойди. Барьер. Барьер. Нет, назад. Лёха, назад. Барьер вперед. Барьер. Нет, назад. Сидеть. Назад. Шелдон. Назад. Барьер вперед, Рейв. Барьер вперед. Я сказала, барьер вперед. Сидеть, ждать. Барьер. Шелдон, пожалуйста, барьер. Шелдон, барьер. Лёха, барьер. Лёха. Лёха, барьер. Шелдон. Барьер. Барьер. Тумба. Как Шелдон только смог прыгнуть барьер в другую сторону, это же неудобно. Так, хорошо, смотрим в центр, смотрим в центр, по вашу правую руку барьер, прыг туда, прыг обратно, возвращаемся на эту тумбу, делаем. Правая рука, ваш барьер, смотрим, смотрим в центр. Да, да. С черным терьером слишком вольно, покороче. Да, и поводочек пока не бросайте, что-то я... Барьер. Да, не надеюсь. Барьер. Да, пока все-таки страховочка нужна. Левая ваша рука, если смотреть в центр, прыг туда, прыг обратно, прошу. Барьер. Барьер, прыг. Нет, прыгай. Плохо. Барьер, разворот. Прыгай. Прыгай. Барьер. Прыгай. Прыгай. Назад. Прыгай. Барьер. Барьер. Назад. Шелдон. Шелдон, барьер. Барьер. Тумба. Чуть-чуть потише, чуть-чуть потише. Так, обход по часовой стрелке, обход барьера, возврат к себе, ничего не прыгаем, обход с любой стороны. По часовой ваш барьер, прошу. Обойди. Да, да, да. Оцените сами для себя, насколько собака стремилась прыгнуть барьер. Насколько она не услышала команду и пыталась прыгнуть, может быть, вы предотвратили эту ошибку даже, скорее всего, то насколько она была готова обойти, а не прыгнуть. Да? Это важный очень момент, на него обратите внимание. Хорошо, обход со сменой направления барьера обратно к себе. Прошу. Выходим на маршрут. Обойди. Нет, Лёха, обойди. Обойди. Нет, обойди. Обойди. Тумба. Обойди. Не надо спрашивать у черного терьера. Вы проявляете свою неуверенность. Он еще, не дай бог, ответит вам, что не хотелось бы. Так, идем 4 прыжка, хозяин в центре, еще разочек, направление любое. Лёха начинает, пожалуйста, вы первые. У любого барьера вставайте, вы в центр, пожалуйста. Полетели. Лёха, прыг. Лёха, еще прыг. Шеги. 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 Тумба вверх. Ты чего? Хорошо. Рейв, пожалуйста, работает. Шеги.
Немножко потребовательнее, да. Рейв. Собачка у вас уже настроена хорошо. Да, вам только подстроить управление и под себя тоже. Да, 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 да. Хорошо. Да, Шелдон, пожалуйста, Шелдон. Барьер. Молодец, Шелдон, нельзя. Барьер. Шелдон, барьер. Молодец, нельзя. Шелдон, барьер. Барьер. Молодец, тумба. Шелдон, тумба. Шеги, пожалуйста. Тумба. Сидеть. Да, молодец. Прыгай. Да. Молодец. Прыгай. Еще прыгай. Нет. Да, хорошо. Так, пожалуйста, встаньте по часовой стрелке к барьеру таким образом, чтобы собака готовилась прыгать к барьеру, а вы стояли у основания. Хорошо? Все вместе. Вы встаете сюда, Шеги туда. Хорошо? Все по часовой готовимся прыгать в следующий барьер. У основания вы. Не с этой стороны, внутренней, пожалуйста. С внутренней, да, 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 да. А вы сюда, Ирина Львовна, давайте, а собака туда. Собираемся, собираемся. Вы все правильно сделали, собаку к барьеру. Вы все правильно сделали, идите сюда, пожалуйста. Вы сюда, а собака к барьеру. Да, 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 вот, а вы сюда. Да, вот так удобно, хорошо, Рейв. Так, пока не надо прыгать, просто стоим. Хорошо. Смотрите, сейчас я вас попрошу прыгнуть вот этот барьер и по часовой перейти к следующему. Вы внутри, собака к следующему барьеру. Хорошо? Прыгаем. Прыгаем. Полетели. Давайте. Да. Перешли на следующий уровень. Да. Значит, отслеживаем натяжение поводка. Нежелание уйти из-под контроля. Да, интерес к другим собакам. Все это вы анализируете, когда мы работаем. Хорошо? Прыжок следующий. Полетели. Полетели. И встали к следующему барьеру. Хорошо. Хорошо. Молодец. Сюда, Шелдон, подойди. Сюда. Хорошо. Сейчас. Сидеть. Чуть-чуть подвину поближе. Да. И здесь у вас чуть-чуть подвину поближе. Да. Хорошо. Следующий прыжок, пожалуйста. Следующий прыжок. Делаем. Полетели. Полетели. Давайте. Хорошо. Очень круто, если вы не будете приземляться на спину соседа, который не прыгнул. Это хорошо, это правильно. Несмотря даже на мою команду, если вы видите, что прыгать некуда, не прыгаем. Это правильно, хорошо. Следующий прыжок. Полетели. Пожалуйста, полетели. Да, да. Перешли. Максимально мягкий поводочек, но короткое расстояние. Никаких лишних прыжков, всего один прыжок. Да, 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 да. Вы можете и сидя ждать, и стоя, как вам удобно. Главное, чтобы поводок был короткий, но провисший. Это важно. Хорошо. Еще один, пожалуйста, переход, прыжок. Пожалуйста, прыгаем. Да. У кого-то даже прыжок получается. Вот Лёха уже прыгает, пока некоторые лезут через забор. Да. Шелдон. Да. Сидеть, пожалуйста. Вот теперь всем сидеть. Вы как бы сбоку управляете собакой, да? Сбоку. Хорошо. Сидеть. Да. Да. Лежать, пожалуйста. Лёха, лежать, пожалуйста, Рейв. Лёка, Шелдон. Шеги. Да, сидеть, пожалуйста. Сидеть. Нет, Лёка. Лёка. Стоять, пожалуйста. Лёка, подъём. Стоять. Лёка. Лёка, подъём. Стоять. Да. Следующий прыжок по часовой. Следующий прыжок, пожалуйста. Вот, да, команда была общая, сразу все прыгнули, да?
очень хорошо, когда реакция сразу идет после общей команды. Лёка идеально, безупречно. Прыжок был. Не надо никого ждать. Сказала я, вы прыгнули. Да. Хорошо, еще один прыжок, пожалуйста. Вот, да. Тогда получается синхронность. А синхронность ведет к анализу. Насколько собака быстро среагировала на команду. Сделала то, что вы сказали. А не зависала, да? Хорошо. Если вы сделали симметрично, значит, все одинаково, правильно, быстро среагировали на общую команду. Хорошо. Теперь немножко сложнее. Будем делать круг, точнее квадрат. Прыгаем 4 раза и возвращаемся в свое место. Осмотритесь, пожалуйста. Посмотрите, какое место вы занимаете. К нему вы должны прийти. Вот в это же место. Хорошо? Делаем 4 прыжка. Двигаемся по часовой. Пожалуйста. Полетели. Полетели. Да. Хорошо, саморегулирующаяся система у нас сейчас, не спешите, не спешите, мистер Грация у нас завалил барьер. Так, идем дальше. А почему мы не идем дальше? А потому что надо прыгать, идем. Шеги, поднимайте собаку, конечно. Лёка, пните его там немножечко, да. Пришли и встали. Узнаете место? Да, вы пришли. Угу. Вы пришли к месту, где вы должны были стартовать. Да. Теперь смотрите. Обойдите барьер и встаньте с другой стороны. Мы меняем направление. Хорошо, обойдите этот барьер. Не вы, собака. Собака. Обойдите и встаньте с другой стороны. Обойдите. Да, вы стоите в середине. Вы там же. Вы все там же. А собака обойти. Да. Будем прыгать в другую сторону, в другую и взлетать, судя по всему. Да. Готовы, да, разобрались? Хорошо, прыжок и к следующему барьеру. Один прыжок, пожалуйста. Давайте. Чувствуете, собаки перестали нагнетать, да? Есть коммуникация, хорошо. Следующий прыжок, пожалуйста. Полетели, давайте, барьер. Да. Пните там выжлу, а то она, видите, не прыгает. Давай, барьер. Лёка, отойди. Барьер. Лёка, нет. Отойди. Это моё место. Да, это моё место, я сюда должен прийти. Пожалуйста, прыгаем дальше, прыгаем. Полетели, срочно полетели. 3 собаки отработала и выжла. Ну да, выжла. Стойте, Лёка, а вы куда? Назад. Шеги, стойте на месте, вам не надо. Это Лёка прыгнул, да, это с перевыполнением. Хорошо, сидеть, пожалуйста, сидеть. Да, хорошо. Шелдон, а вы с другой стороны барьера, мне кажется, должны быть. Как же вы будете прыгнуть, если вы уже прыгнули? Давайте поменяйтесь. В ту сторону зайдите, обойдите. Мы туда будем прыгать. Вы правильно, ну, как бы, поняли, но вы же не с той стороны. Как вы туда прыгнете? Вы же с этой стороны. Вот сюда вы, давайте. Вылезите из... Конечно. Вот туда. И вы тоже, и все, да. Ладно, все, на тумбы расходимся. Все, я поняла, разброд и шатание, все. На тумбы, пожалуйста, расходимся, да, я, да. Все хорошо, все нормально. Да, хорошо. Меняем позицию. Усложняемся. Обойди меня. Некоторые даже молятся, как я медленно ставлю барьер, успевают. Так, хорошо. Рейф и Лёка. Барьер туда, барьер обратно. Пожалуйста, Рейф, Лёка. Прыг, Лёка. Развернись. Нет, Лёка. Лёка, прыг. Разворот. Лёка. Нет, Лёка, разворот. Стоп, не суетись. Не суетись. Прыг. Шеги, Шелдон, Лёка. Пожалуйста, прыгаем. Хорошо. Вместе прыжок за барьер и там разворот, команда сидеть. Пожалуйста. Барьер, прыг. Лёха, барьер, прыг. Разворот.
К себе, к себе, да. Лёка, правильное выполнение, очень хорошо. Рейв, давайте сидеть команду. Сидеть, да, хорошо. Шелдон, давайте. К себе лицом, вот как Шегги, Рейв и Лёка. Или как Шегги и Рейв. Сидеть, пожалуйста, дышим. Лежать, пожалуйста, лежать. Люка, хватит. Лежать, лежать, давай. Вот смотрите, как у нас круто получается, да, спокойно, без всяких, да, вылетов. Хорошо, очень хорошо, да. Рейв, как вы встали, как вы смогли только лежать? Шелдон, отлично. Сидеть, пожалуйста. Сидеть, поднимаем, поднимаем, да, хорошо. Шелдон, Рейв, вижу. Лёка, да, хорошо. Стоять. Стоять перед барьером. Не нужно заходить за барьер. Не нужно. Перед барьером. Уберите Рейва обратно. Где дисциплина ваша? Да. Хорошо. Лёка, отлично. Шегги. Вот так и стоим на правейшем поводочком. Шегги. Да, да. Стоим, стоим. Для особенно утомленных. Стоять, да. Да, стоять, молодец, стоять. Прыжок тумба, похвалить, молодцы, да. Хорошо. Не ко мне, барьер, барьер это, не ко мне, да. Хорошо. Хорошо, вместе все прыгаем. Прыг туда, прыг обратно, на тумбу возвращаемся. Полетели. По общей команде, пожалуйста, разворот. Понимаете, да, что мы не барьер работаем сейчас? Да. Нет. 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 Прыгай. Прыгай, тумба. Да. Прыжок, тумба. Да, давайте, полетели. Шелдон, давайте, хорошо. Сейчас чуть-чуть напоследок усложнимся. Обход барьера крестового с правой руки и обратный прыжок на себя. Справа и прыжок делаем вместе. Вместе, вместе. Прыгаем на себя. Да, да. Шегги, Лёка, хорошо. Рейв, Шелдон. Да, хорошо. Обход с левой руки и обратный прыжок на себя. Делаем, пожалуйста. С левой руки, пожалуйста, да. И прыжок на себя, давайте. Резче, резче на себя, быстренько. Да, хорошо. Здравствуйте, да, идите. Идите сюда, вот сюда сядьте, посидите. Вот сюда, вот сюда. И команда сядьте. Тише, 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 тише. Мой любимый формат на рулетке. Прыжок, прыжок за барьер и команда сидеть. Вам просто сидеть. Прыжок за барьер, сидеть. Давайте, быстренько, перепрыгнули. Игнорируем это детеныш. Развернули, да, 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 да. Хорошо. Не вам сидеть, собаки. Хорошо, сидеть. Тише, смотрите, какой у нас раздражитель классный, да? Сидеть. Хорошо. Так, по одной собаке, внимательно, по одной собаке. Прыгаем на себя. Рейв, пожалуйста. Рейв, пожалуйста. Шелдон, прошу. Лёка, пожалуйста. Да. Шегги, пожалуйста. Шегги, пожалуйста. Вам нельзя лаять. Вам нельзя лаять. Если эта собака к вам прибежит, съедят вас, даже не наедятся. Понимаете? Это вообще не смешно. Вы вызовете на себя удар, эта собака прибежит и убьет вашу собаку. Вам зачем это нужна проблема? Нельзя. Тихо. Нельзя. Запретите.
Накройте ее своим телом. Хоть что делайте. Ну, вы посмотрите, черный терьер, вы на него лаете. Вот сейчас Рейва отстегнуть и его сюда посадить. Я не шутила, кстати. Сюда Рейва посадить. Люк, рядом. Рейв, рядом. Сидеть. Рядом. Сидеть. Рядом. Рядом. Отстегивайте поводок. Рядом. Так, как мы умеем, весело. Не бойтесь, не бойтесь, я сама боюсь, идите. Сидеть. Да, хорошо. Вот так. К себе. Ко мне. Ко мне. Идеально безупречно. Молодцы. Очень хорошо. Лёка, пожалуйста, работает. Спасибо. Лёка, вниз. В центр композиции. Лёка. Разворот. Сидеть. Сидеть. Шеги. Бросайте, бросайте поводок. Очень хорошо. Прошу вас. Лёка, ко мне. Да, говорит, надо гафнуть на него разок, чтобы он знал. Спасибо, очень хорошо. Пожалуйста, Шелдон. Шелдон, идем. Шелдон. Угу. Не надо. Шелдон, сидеть. Дайте мне поводочек. Сидеть. А там вы примите. Угу. Сидеть. Сидеть, пожалуйста. Шелдон, сидеть. Сидеть. Ждать. Хорошо. Ждать. Вы ему написали на ухе хам 2011, да? Подойди. Мы, хорошо, но мы работаем команду, ко мне команда, ради бога, умоляю, ко мне. Сидеть. Шеги. Шеги, сидеть. Так, сидеть. Сидеть, давай, садись. Шеги, сидеть. Нет. Шеги, сидеть. Сидеть. Дайте мне петельку, пожалуйста. Угу. Вы отойдете за щенка туда и позовете на себя весело. Сидеть я до сих пор не, так и не увидела. Сидеть. Давайте, давайте. Хорошо, очень сидеть. Хорошо. Дай. Все, и туда, и туда, и дальше, и за конусы. Вот сюда. Стоп. Отлично. Позитивно, весело, ко мне, пожалуйста. Ко мне. Да, очень хорошо, спасибо. All right.